Анонс и точно дата выхода 10 серии турецкого сериала «Прощальное письмо». 10 серия сериала выйдет в эфир 1 мая. Ранее в сериале мы увидели, как Сихер сообщили о том, что ослы вместе с Бесте сдали все золото, которое было подарено на свадьбу. Сихер пытается понять, что у них за проблемы, но эти деньги предназначались для Хакана и ослы. Переживает, что он может обманывать Бесте. Аланур сказал Бесте, что она должна будет ей все рассказывать про ослы. Бесте не должна помогать ей в тайне, так как ослы сейчас не понимает, что переживает. За ужином Сихер попросила Мехмета завтра завести ее в банк, так как она хочет кое-что положить в кассу. Затем она предложила положить из золота, подаренное ослы на свадьбу, так как это семейная реликвия и там будет находиться в безопасности. Хатидже пришла к Аланур и сказала, что хочет ей помочь. Она может доказать, что письмо действительно написала тетя Хатидже. Аланур очень удивлена и не понимает, почему Хатидже решила ей помочь. Хатидже ответила, потому что и она также оказалась жертвой. Она хочет, чтобы все ответили за причиненную ей боль. Мехмед в разговоре со ослы стал говорить, что не понимает, как отец мог сказать такое Аланур. Ослы считает, что это могло лишь внезапно вырваться, но Мехмед чувствует, что отец что-то скрывает от него. И если ослы пытается в этом помочь, то попросил не делать этого. Ослы находятся в растерянности и совсем не знает, как ей справиться с этой ситуацией. 10 серия сериала выйдет в эфир 1 мая. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.